С каждым годом расширяются и межрегиональные связи между двумя странами. К примеру, товарооборот Казахстана с Челябинской областью России преодолел отметку в 2 миллиарда тенге в прошлом году. Практически треть всего товарооборота Челябинской области приходится на Казахстан. В основном стороны торгуют минералами и изделиями из них, а также продукцией сельского хозяйства и напитками. Мы ожидаем, что произойдет то же самое, но здесь очень многое будет зависеть от макроэкономической обстановки. Вот вы знаете, китайское направление просело достаточно серьезно. Оно может повлечь за собой снижение металла себестоимости. Ну, то есть здесь есть проблемы, поэтому пока предсказать сложно. Надеемся, что как минимум мы повторим те же самые цифры.